клематисы выращивание. Как выращивать клематис в доме или на балконе? Дорогие друзья канала Клематис ТВ, мне очень приятно, что вы задаете вопросы. Значит, эта тема вас волнует. Я с радостью буду отвечать на них. Людмила Лиходец спрашивает, возможно ли вырастить клематис в условиях квартиры или на балконе? Елена пишет, Нина, очень красиво, интересно, а дома может расти клематис и цвести, как домашний цветок? Как сделать райский уголок? Очень жалко, что нет дачи. Не огорчайтесь. Выращивайте, выращивайте, выращивайте клематисы и в доме, и на балконе. Уверяю вас, что при минимальном уходе, как за обычными комнатными растениями, вы получите необычный результат. Имея приусадебный участок, вроде бы выращивать клематис в доме мне не было необходимости. Но купив очередной заветный саженец сорта Даниэль де Ронда, я, ну, как обычно, нашла ему место на приусадебном участке. Посадив его на участке, лето наблюдала за ним. И к осени он имел такой жалкий вид. Я понимала, что если я его оставлю зимовать на улице, то просто потеряю. Осенью пересадила в горшок с хорошей питательной земляной смесью, занесла в гараж. Гараж у меня неотапливаемый. Пусть отдыхает до весны. Но в феврале ударили сильные морозы, и горшок с клематисом я занесла в дом. Занесла я его 9 февраля, а первые цветы появились 12 марта. Большие, яркие цветы в огромном количестве украсили и нарядили по-уютному мой дом. И так приятно, все в аккурат почти к 8 марта. Вот вам и доказательство того, что при минимальном уходе можно получить красивую цветущую лиану в помещении. По мере того, как мой красавец набирал с каждым днем все новые цветы, я делала снимки в Инстаграм. На страничке блога «Клематис и хобби на всю жизнь» в рубрике «Опубликовано в Инстаграм» за этим действием можно было наблюдать. Прошел месяц с того момента, как я занесла спящий куст клематиса в дом. И вот начинается чудо цветения. Это только начало. Король лиан клематис будет радовать долго-долго. На протяжении месяца до момента наступления цветения уход за саженцем, который рос в дом, заключался, ну, естественно, первое – это регулярный полив и последующее рыхление почвы. Правильный полив – это залог вот пышного цветения любого и продолжительного цветения клематисов. Подкормка. Подкормку я делала два раза в месяц полным минеральным удобрением. Я использовала вот такое специальное удобрение для вьющихся растений, именно непосредственно для клематисов, и разводить тут по табличке применения. Перед внесением подкормки хорошенько полейте клематис просто водой. И потом только по влажной почве вносите подкормку. Минеральное удобрение обязательно растворите в воде.
А затем уже поливайте. Клематисы очень отзывчивы на подкормки. И мой совет, и мое предупреждение. Во время цветения клематис не рекомендую подкармливать, так как это сократит время цветения клематиса. После того, как клематис отцвел, именно вот этот Даниэль де Ронда был в доме, сделала подкормку и обрезку. И высадила его вот сюда, на приусадебный участок. Это было в прошлом году. Летом дала возможность клематису отдохнуть. Все бобочки, вот такие бобочки на цветы, обрывала для того, чтобы он нагулял корневую систему. Этой весной мой король лиан клематис зацвел. И зацвел шикарными вот такими вот махровыми цветками. Это на побегах прошлого года, тех, которые еще в доме набирались. И зацвел вот такими вот одиночными цветами. Это клематис зацвел на побегах текущего года. Так что на одном кусту получились и махровые, и простые цветки. Для тех, у кого нет возможности высадить клематис на улицу, как ухаживать в дальнейшем за клематисом в доме, об этом я расскажу уже вам в следующем видео. А кто хочет узнать об этом сейчас, может зайти на блог «Клематис и хобби на всю жизнь». Там есть ответ на вопрос, как выращивать клематис в условиях квартиры. Ну, а совет от меня, пока не поздно, посадите клематис у себя на балконе или в доме. Ведь есть такое счастье, как цветок клематиса, и он будет вас радовать. Король лиан клематис приглашает. Заходите в гости, заходите на блог «Клематис хобби на всю жизнь», заходите на канал «Клематис ТВ». Гостям здесь рады.